Друзья, всем привет, с вами Корея Автомития. Перед нами новый BMW X6 30D M Sport в самой максимальной комплектации. Машина абсолютно новая. По заказу нашего клиента Евгения мы, соответственно, приобрели данный автомобиль. В ближайшее время мы отправим вот этот вот замечательный BMW X6 в самой последней модификации. Это самая последняя версия. Добавили новую оптику, заднюю новую оптику. В этой комплектации у нас имеется и бесключевой, и доводчики дверей, и камера 360, и бесключевой доступ. Также боковые мертвые зоны, проекция на лобовое стекло. Это максимально богатая комплектация, которая есть в 30D M Sport. Также у нас присутствуют уже новые мониторы. Это поколение с X7 уже пошло с новыми мониторами. Здесь у нас пневмоподвеска, музыка Harman Kardon, панорамная крыша. Максимальное количество опций. Сейчас более детально продемонстрирую вам дизайн данного автомобиля. Также интерьер и экстерьер продемонстрирую данного автомобиля. Это агрессивные новые фары. Бампер немного поменял свой рисунок. Он чуть-чуть стал интереснее. Это максимальная комплектация, которая возможна на корейском рынке. 360 камера, бесключевой доступ, парктроники, круговой обзор, 360, проекция, музыка, Harman, панорама. Вот такие вот легкосплавленные диски, фирменные. Это получается у нас 21 радиус. 21 радиус на, получается, на 275 на 40 профиле. Такие вот интересные шины, Pirelli. Такой вот шикарнейший дизайн. Это цвет называется черный карбон, темно-синий такой, с черным в перемешку. Такой вот интересный автомобиль. Машина без единого повреждения, без окрасов, без царапин, без сколов. Абсолютно новый автомобиль от компании Корея Автомития уезжает в Москву для нашего клиента, который его заказывал и ждал. Вот такой вот замечательный BMW X6 30D M Sport 2024 модельного года.